До Нового года осталось 15 дней, а я не успеваю подготовить подарки родным и близким. Если вы, как и я, в декабрьских хлопотах, срочно берите в руки телефон, включайте камеру и поздравляйте семью, друзей, знакомых с Новым годом. Родные мои хорошие, поздравляю вас с самым веселым зимним праздником. Пусть все мечты сбудутся, и целый год вас преследует только хорошее настроение. А если на работе за вами следит суровый начальник, вы это видео можете записать в пробке, в магазине, в школе, пока ждете ребенка, или прямо на улице. Например, можно записать видео, пока вы ждете зеленый сигнал светофора. Ребята, привет! Привет! Вы придумали поздравление на Новый год? Еще нет. Пока нет. А давайте его запишем прямо сейчас. Давайте. Давайте. Мы хотели бы поздравить наших друзей. Саню. Бифа. Женю. Вову. Севу. Влада. Я Сёму. А я Настю. Скоро сессия. Надежда Павловна, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья и побольше хороших учеников. А теперь, как только у вас появилась свободная минута, срочно заходите на сайт областного телевидения. Ищите баннер «С Новым годом, любимые» и одним кликом загружайте ваше поздравление. Главное, не забудьте заполнить анкету, ведь все поздравления участвуют в розыгрыше новогодних призов. Так что у вас есть шанс получить бесплатно фейерверк. А есть вариант еще проще – выложить это видео в любую из соцсетей с хэштегом «ОТВ Новый год 2017». И тогда вы автоматически становитесь участником акции. Дело сделано. Теперь осталось предупредить родных, чтобы они включили ОТВ 31 декабря, где покажут ваши поздравления на всю Свердловскую область.